В Северо-Западном федеральном округе дан старт третьему межрегиональному конкурсу сочинений «Я гражданин России». Организационный комитет конкурса в составе всех 11 регионов округа обсудил концепцию и утвердил календарный план проведения мероприятия. Участие в работе совещания от Ненецкого округа приняли руководство Департамента образования, культуры и спорта и Ненецкого регионального центра развития образования. Подробности далее. Межрегиональный конкурс сочинений «Я гражданин России» состоится на территории Северо-Западного федерального округа в третий раз. Участие в нем для учащихся и педагогов – это не только возможность проявить свои таланты, но и получить их заслуженное признание на высоком уровне. Проведение конкурса сочинений станет еще одним шагом в деле воспитания гражданской позиции у школьников и их приобщению к идеалам патриотизма. Конкурс проводится с целью формирование и развитие гражданственности и патриотизма у детей нашей страны. Цели и задачи конкурса – это сохранение и поддержка традиционных и нравственных ценностей, укрепление единства российского народа, сохранение исторической памяти. Инициатива проведения конкурса была выдвинута Петербургом и другими регионами в 2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Школьники и студенты в очередной раз поделятся своими мыслями и взглядами на патриотичность через историю крупнейших событий в стране и истории своей семьи. Данный конкурс проводится в нескольких возрастных группах. Это обучающиеся 7-8 классов, 9-10, 11 классов и студенты средних профессиональных организаций. В том году организационным комитетом было принято также решение о том, что будет проведено онлайн-голосование, и авторы трех сочинений, набравшие наибольшее количество голосов, будут признаны также лауреатами конкурса сочинений и будут приглашены на торжественную церемонию в город Санкт-Петербург. Планируется, что генеральным партнером проекта по уже сложившейся традиции выступит «Лукойл Северо-Запад нефтепродукт». Организатором в Ненецком округе вновь выступит Центр развития образования. Данный конкурс проводится в два этапа. Первый этап проходит внутри образовательных организаций, второй этап проходит на региональном уровне. В прошлом году внутри образовательных организаций участие в данном конкурсе приняли обучающиеся 7-10 классов и насчитывалось количество более 500 человек. На региональный уровень каждая образовательная организация предоставляет по 5 работ от своей школы. Сейчас в Центре развития образования разрабатывают положение о проведении конкурса, после чего объявят о приеме заявок. Лауреатами конкурса «Я гражданин России» в прошлом году от Ненецкого округа стали Александра Лудникова, Арина Дьянова, Анатолий Кузьменюк и Дарья Кононова. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».